Белоснежные блузки, разноцветные праздничные ленты и слова благодарности. Красивые уже такие взрослые юноши и девушки Брестского областного лицея имени Петра Машерова сегодня попрощались с детством, родными стенами, любимой альма-матер и, конечно, учителями. Многие из ребят с трудом сдерживали эмоции, ведь они прощаются с любимым сердцу местом, вступая в новую жизнь, порой сложную и непредсказуемую, прекрасную и удивительную. Юноши и девушки сошли с лицейского крыльца, но вот воспоминания, добрые и грустные, планы амбициозные уносят с собой. Последний звонок – это вот значимая веха, вызывающая очень сильные чувства, как с одной стороны педагогов, да, так и с другой стороны это наших обучающихся. Это иногда слезы, это всегда и радостные эмоции. У нас выпускается 149 ребят, 6 профилей обучения. Современный выпускник лицея – это целеустремленный, мотивированный на высокий результат в учебе, мотивированный на жизненный успех. Это ребята, которые знают, какой шаг будет следующий, в какие университеты они хотят попасть и стать, безусловно, профессионалами высочайшего уровня. Это современный выпускник Брестского областного лицея имени Петра Мироновича Машерова. Брестский областной лицей имени Петра Мироновича Машерова открыт в 2003 году. Сегодня, спустя 20 лет, лицей – одно из самых перспективных учреждений образования не только в Брестской области, но и во всей республике. Практически 100% выпускников поступают в высшие учебные заведения. В этом еще раз убедился почетный гость торжественного мероприятия, заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук. В Брестском областном лицее обучаются ребята из разных регионов Брестской области. Обучается 298 лицеистов, 6 10 классов и 6 11-классников, для которых сегодня прозвенит последний звонок. В копилку Брестской области, первого региона, ребята-лицеисты положили более 130 дипломов совершенно разного уровня, областного, республиканского, международного. Но самая отличительная черта данного лицея – это то, что каждый девятый выпускник оканчивает учебное заведение с золотой либо серебряной медалью. Это говорит прежде всего о высоком профессионализме педагогического состава по таким предметам, как биология, химия, математика, физика, астрономия. Поэтому я уверен, что ребята по окончании данного учебного заведения обязательно определятся с поступлением в высшее учебное заведение со своими родителями и обязательно туда поступят. От губернатора пожелание, чтобы по окончании учебного заведения они обязательно прославляли и работали в первом регионе Брестской области и, конечно же, прославляли нашу Республику Беларусь. Все зрители, а если быть точнее, родители на торжественной линейке не выпускали из рук телефоны и фотоаппараты. И неудивительно, ведь кадры на вес золота. А последний звонок бывает только раз в жизни. И прозвенит он настолько быстро, что кто-то даже быстро оглянуться не успеет, как окажется в водовороте взрослой жизни. Я очень к ним привыкла, они добрые, отзывчивые, всегда готовы оказать помощь. Они очень душевные и очень-очень любимые мои, самые-самые-самые лучшие дети. Хочется пожелать этим ребятам, конечно, успехов, конечно, подтверждения тех знаний, которые им дал Брестский областной лицей имени Машерова, конечно, поступления в заветные учреждения высшего образования, которые принесут им потом профессию, а выбор профессии – это выбор судьбы. Этот год для Брестского областного лицея был продуктивным, успешным и показательным, ведь учащиеся данного учреждения образования, как всегда, показали лучшие результаты на различных конкурсах городских, областных и республиканских олимпиадах. А сегодня этих юношей и девушек во взрослую жизнь провожали громко и красочно. Несомненно, ребята могут гордиться тем, где учились. А лицей тем временем будет гордиться выпускниками 2023-го. Будем скучать. На самом-то деле лицей стал такой семьей, что все стали настолько родными, настолько близкими. Не хочется отсюда уходить. Была бы возможность, остались бы на второй год все. Безусловно, это стало настолько родное место, в которое хочется возвращаться, и будем возвращаться, и помнить всегда. На самом-то деле не верится, что сегодня уже линейка, что мы уже выпускаемся. Очень волнительно было перед. На линейке хотелось на самом-то деле расплакаться немного, но мы держимся до выпускного все еще. И было очень волнительно, тряслись руки, мы такие, неужели, и вот, и все, и мы уже выпустились, мы уже выпускники. Тут настолько все дружные, из-за того, что мы все одного возраста, больше друзей, из-за этого очень сложно прощаться, слезы еле сдерживаются, и хочется сюда возвращаться каждый год, и
увидеть новых детей с учителями, и это очень грустно. Кульминацией последнего звонка в Брестском областном лицее имени Петра Мироновича Машерова стал не только вальс. Уже традиционный танец с педагогами и гостями мероприятия. Позади у ребят остались чудесные годы, но это еще не прощание с лицеем, ведь впереди серьезные испытания. А сейчас последний звонок. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.